Дагестан занял 10 место в рейтинге регионов с лучшими дорогами. Эксперты РИА Новости провели исследование, сравнив субъекты России по доле качественных трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Доля дорог, отвечающих нормативам, в республике составляет 70%. При анализе учитывались размеры колеи, ям и разрушение верхнего слоя дорожного покрытия, выступы люков и канализационных решеток, швы и трещины, занижение обочин. Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что качество автомагистралей в республике за год улучшилось на 12%. В прошлом году Дагестан занимал лишь 16-ю позицию. В целом по стране почти половина дорог в регионах не отвечает нормативным требованиям.